Как похудеть на одном дыхании? Убираем жир с верхнеплечевого пояса. Чем бодифлекс отличается от фитнеса? Тренировку проведу я, автор по дыхательным методикам для похудения Марина Корпан. Здравствуйте! Человек устроен так, что жировая клетка активно сгорает только в присутствии кислорода. Многие занимаются фитнесом и не знают об этом. Я познакомлю вас с эффективной дыхательной методикой, которая поможет вам избавиться от лишних сантиметров очень быстро. Осваиваем основные этапы дыхания дыхательной методики BodyFlex. Первый этап. Ставим губы трубочкой, делаем выдох и подтягиваем живот к позвоночнику. Еще раз. Второй этап. Мы делаем резкий вдох носом и при этом надуваем живот. Третий этап. Мы смыкаем губы и делаем резкий и шумный выдох до конца. Третий этап. Мы с вами наклоняем корпус до параллели с полом, скругляем спину, втягиваем живот под ребра и не дышим 8-10 секунд. Выдох. Резкий вдох. Пах. Поднимаемся вверх. Не дышим с вами 8-10 секунд. И после задержки дыхания мы делаем спокойный вдох носом или животом. Отлично. А теперь мы переходим к упражнениям. Итак, дыхание мы изучили. Теперь дыхание соединяем с упражнениями. В этот раз делаем упражнения на руки. Вначале дыхание, затем упражнение. Первое упражнение «Алмаз» прорабатывает бицепс плеча и большую грудную мышцу. Второе упражнение «Поднятие прямых рук назад и вверх» прорабатывает трехглавую мышцу плеча, трицепс. Третье упражнение прорабатывает бицепс плеча и дельтовидные мышцы. Каждое упражнение выполняем по 5 раз. Данная методика показана людям любого возраста и физической подготовки. И в отличие от фитнеса, вам не нужно прыгать, бегать, поднимать тяжести. А видимый результат достигается очень быстро, уже через 7 дней. Худейте на одном дыхании. Тренировку провела я, Марина Корпан.